Но давайте теперь мы будем факты раскрывать. Когда вы говорите об оккупации 7 районов Азербайджана, господин Лавров, ну вот вы ему рот открываете. Разве не Российская Федерация поставляла нам боеприпасы и оружие? Ну тогда вы скажите Алиеву, извини, покайтесь перед Алиевым, скажи, извини, мы помогали. Мы тоже оккупанты. Мы тоже оккупанты, мы тоже помогали тем 7 районов брать, но не солдатами, а поставляли туда оружие. Ну вы же помогали. Так что вы поаккуратнее с выражениями, и формула, что положено Юпитеру, то не положено быку, для нас не подходит. Кто тут Юпитер, а кто тут бык? И бычиться министру иностранных дел здесь не надо.